Всем привет! И в этом видео мы проверим реакцию рыбы на травяной ликер. Замешаем его с хлебом и отправим вместе с подводной камерой в водоем. Отправляем в водоем. Подводная съемка длилась около получаса, и на протяжении всего видео не было особо каких-то интересных кадров, которые я мог бы вам показать. Поэтому самый лучший отрезок я выбрал, смонтировал, и вы его видите. Как видно, рыбы присутствует не особо много. Рыба не питается особо даже этим хлебом. И ликер, судя по всему, эту рыбу не интересует и не возбуждает у нее какого-то аппетита. Видимо, в составе есть какие-то травы, которые действительно влияют крайне негативно на рецепторы рыбы. Так что эксперимент мы завершили. Будем дальше экспериментировать. Различные добавки. Ну, а этот ликер просто хотелось проверить, как он работает, не работает. Было очень интересно. Не забывайте ставить ваши лайки, подписываться на канал. До скорых встреч на канале «Авторская прикормка».